Мероприятия в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» в Люберцах продолжаются. Так, 25 января в Центральном парке состоится празднование Дня студента и Дня Татьяны «Лови зачет, студент». В программе фотосессия со сказочными персонажами, ликбез по студенческим приметам, беседы по профориентации у теплого очага, зажигательная дискотека, концертная программа, викторина и спортивные состязания. Будет работать многофункциональная мастерская поделок. Приходите к 16:00 на малую сцену парка. А 27 января жители округа ждут на центральном катке на Звуковой улице. Там состоится ледовый представление в постановке Татьяны Навки «Байки русской балалайки». Русские народные танцы под любимые мелодии создадут атмосферу традиционных гуляний и подарят хорошее настроение. Начало в 20:00. Вход свободный.